есть. Ребята, я не буду, сам снимаю. Она хрустнула, смотри, напополам. Смотри. Ну, Сереге клюнула какая-то, говорит, рыба большая, короче, и он спиннинг сломал. Друзья, всем привет! У нас наконец-то наступило лето. Сегодня аномальная жара, 30 градусов. Ну и мы решили с Серегой выбраться на рыбалку. Несмотря на то, что уровень воды в реке все еще большой, но ждать уже просто надоело, скажем так. Почти уже середина лета. Несмотря на это, в общем, на большую воду все-таки решились выбраться на реку. Первая рыбалка, считай, да, на реке. Да, скажем так, более серьезная. Подумали, пофиг, вода большая, небольшая. Но хотя в целом здесь, ну, большая, но не прям критично. В берегах это уже радует. Вот, и собрались мы, в общем, с ночевой. Взяли палатку, спальники, в общем, все по-серьезному. Серега вон по такому поводу даже приоделся, костюмчик прикупил. Сейчас. Надо соответствовать. Соответствовать. Да, сейчас настоящий рыбак прям. А ты вон древний. Ты же сейчас не про костюм, да? Поднимай гриб. Ага, тут не высоко будет. А что высоко? Ну ты ее потом с мотором будешь скидывать. Ну чуть-чуть давай к этой, к тебе. А толк. Давай сразу ее на воду. Давай. Складываем. Мотор я на воде поставлю уже. Дашь. Держишь? Я держу. Сейчас лодку держи. Я держу. Все? Все. Ой. Мой. Все, у тебя уже наготове. Че, это все? Да. Ну так, как-то. Чин. Ну что, в общем-то, мы все вроде собрали, разложили. Вот так вот у нас тут немножко, конечно, места маловато. Но сейчас, думаю, раскидаем, должно быть нормально. В самый раз, нормально. Тут, считай, палатка, спальник. Да, палатка, спальник. Рюкзаки. В принципе, мы парни-то не сильно в теле, поэтому... Ну ты-то особенно. Да, я что есть, что нет. А тут сразу прыгать. О, Сережа самое главное забыл. Настроение. Вон там собака уже ругается. Да иди давай. Че, Серега, в магазин там ходил, что ли? Или что? Приманки забыл? Да, поесть. Поесть? Ну ладно. А я взял много поесть, мог бы и не брать. А. Оставляй. Ну не такой, конечно, еды. Ладно, тут вовремя заметил. Самое нужное. А ты телефон взял, друг? Да. Карту, чтобы смотреть? Взял. Доску добавляй, доску. Да, смотри.
что, в общем, мы поднялись сейчас вверх, плыли мы где-то 1.5 часа ровно у нас получилось, без остановочки. По карте вроде посмотрели, ну, вроде все нормально. Километров сколько мы пробовали? 30, да? Ну, 30. Да, в теории. Ну, и по судя со скоростью, я так пробовал замерять, то есть мы где-то шли со скоростью 20 километров, и если, да, 1.5 часа, ну, где-то так, 30 есть где-то километров, в принципе, вроде как бы, да. Вот, время у нас что сейчас? 6:30? 6 часов ровно. 6 часов ровно, сейчас как раз у нас есть время вечером здесь порыбачить часика 3. Ну и все, потом главное, чтобы нам какой-нибудь пляжик найти. Пока шли тут, пляжи в принципе есть, нормально. Единственное, чтобы так попался нам, скажем, по времени. И все, Серега, он уже все, не терпится ему закинуть и поймать. Проводничок мой любимый. Проводничок. Ну здесь местечко такие не самые пока хорошие. Но посмотрим. Начнем сейчас рыбачить. Так, начнем, наверное, вот с резинки вот такой небольшой. Это я убрал у Дмитрия, он, который резинки льет. Самодельные, что ли? Да, все верно, Сережка. Пробуем. Пока, конечно, непонятно, какая рыба вообще будет брать. Может и никакая, конечно. Туда. Ну я поймаю. Дергает. Я думал, щука может там более-менее. А что выпрыгивает? Это. Взят такой вот. Ну, скажем, сколько грамм? 100, 120, наверное. Взял. Вот на такую вот резинку. Ну, в принципе. Ну не больше 100, не больше. Ну что, отпускаем? Серега, что, 1-0 у нас с тобой? Так ты не поймал. Как? Вот нас Серега сказал, что обловит меня. Гей первый раз якорем пользуется. Гильотина тут. Ну. Ё-моё. Вот это, как говорится, сначала инструкцию читай, потом... Там попасть по зиме. Ой, у тебя сейчас спиннинг там. Сегодня мы с грузом. Сергей у нас будет поднимать, опускать. Он говорит, качок. О. Ну, груз у нас тут сегодня мощный. 6 килограмм? 6 килограмм, да. Прям серьезный. Блин, у меня зацеп. Хороший окушок. Хороший, да, окушок. Что ты делаешь? Зачем? А, ты думаешь, ты поймаешь? О, ребят, вот это рыбка. Серега тут сразу приструнился. Ну вот, уже бодренькие экземплярчики пошли. О, все. Сам зацепился? Да. О. Не, ну вот это съедобный, можно и оставить, наверное. Жирненький. Ну что, такого отпустим. Ну, завтра еще поймаем. Пускай плывет. Взял вот на резинку, сейчас вам покажу. Ты думаешь, в рай попадешь из-за этого, Андрюх? Ну, в рай, не в рай. Да, что, куда? У нас жара, завтра целый день жары, рыба еще протухнет. Пару окуняков там завтра еще, думаю, поймаем. Вот это я у Димки Шумакова, вот он такие резинки льет. Новогодняя игрушка. Да, что-то типа того. И чебурашка у меня тут 6 грамм. 6 щука, по-моему. Хороший окунь. Хороший, там? Хороший, добрый окушок. Просто мерные сегодня. Так, друзья, ну вот уже второй отличный, здоровый, хороший окунь. Во. Так. Опять, ну, ты у каракатицу взял? Да. Самодельно. Ого, такой хороший поросенок. Ты что, куда его? Куда его? Пускай. Вот. Все вот на такую вот резинку. Она тут уже маленько покоцалась, порвалась, но ничего. Вот смотри-ка, на самодельную. Работает, работает. Сереге пока... Тот берег надо плыть.
Серега говорит, по тот берег плыть надо. Ну тут видишь мель. Давай греби. Серега пока передыхает тут. Пока что окуни маленько поднадоели. Решил. Это маленький, Андрей. Это маленький. Я не спорю, Серег. Маленький. Но мы же не за размером гонимся. Так, процесс потягать, поклевки пощупать. Дай хоть докурить-то, дай. Да не торопись, Серег. Что-то резинку уже вон маленько всю пожамкали. Ах ты, блин, ах ты, какой, а. Я сейчас поймаю. Ну как, ну сейчас. Ты бери более как-то, знаешь. За всю рыбалку поймаю. Ну что, в этом году. А-а-а. Ты что прям? То есть ты не веришь, что за вот этот сплав что-то поймаю? Ну, слушай, с каждым, скажем так, с каждой минутой уверенности у меня больше в этом появляется. Что я ничего не поймаю? Ну, почему бы и нет? Да? Ты чё, а? Ребята, небольшой окунёк. Забагрил опять там? Да нет. Тоже вполне неплохой. Ну такую и на водохранилище. Не, таких на водохранилище я, если честно, почти не ловил. А чё тогда ты про эту реку плохо всегда говоришь? Чему? Надо на реку угонять, Андрюха. Ну о, да. О! Что, Сергей что ли? Ну, окунёк. Ну. Окунёк небольшой. Первая рыбка. Время уже, солнце село вовсю. Ой, первая рыбка. Ну что-то совсем маленький, конечно. Ну такой же вот такой. Нет, поменьше. Серега хотел дальше плыть, я ему тут рыбные места показал. Серег, мы отплываем. Так, ну что, Сергей у нас все-таки, как говорится, распечатался. Я в него, в принципе, верил. Угу. Что у нас там, счет какой? 6-1, наверное, где-то. 0-0. То есть, в рюкзаке еще ничего нет. Ну, но, тем не менее, Блюфокс показал. Специально не даешь забрать? Да. Угу. Тот случай, когда оба зацепили. Я воду кидаю, а Серега на берег. Да? Ну, да. Интересно, кто быстрее цепит. А в этом разница есть, если мы друг друга ждать будем? Нет, я быстрее цепил. Это сетка? Поклевка прям чувствуется. Ты что, поймал что-то? Ну, так я тебе сразу сказал. Вот, только взял в руки мой спиннинг. Ну, это, конечно, совсем. Ну что, Серега, а? Не думаешь сменить? Выкинуть свое бревно? Ну, это маленький. Видишь, сразу рыба берет. А, нет, ты видел? Дно сразу чувствуется. Тык-тык, вот так простукивается. Чувствуется. А поклевочка это тем более. В этом весь и кайф джига, то, что ты, во-первых, чувствуешь все, во-вторых, поклевка у тебя четкая поклевка и четкая подсечка, то есть ты не просто там. Ну, рыба всегда бы хорошая клевала, вот как на блесну. Угу, ну я вижу, какая у тебя рыба на блесну клюет. Все, спасибо, Андрюха. Спасибо. Да там окунек что-то плескнулся, я думаю, дай-ка туда заброшу. Ребята, ага. Который плескался. Небольшой такой проказник. А это твой размер. Ой. Солнце уже садится. Время-то сколько? 8 часов доходит. Ну, еще где-то должна быть. Ребята. Не такой даже. Вот это вот. Ну, 120, ладно. Главное, глазомер-то что, Андрей? У меня нормальный глазомер. Кинул под берег, и что-то там веду, он прям за ним прыгает и прыгает. Ну да, что-то не сильно большой. 100 грамм. А уже 100? Ну,
Ребят, что-то начинают потихонечку комарики уже кушать. Солнце спряталось, жара тоже спала. Пора одеваться. Вот. Мне сейчас интересно, курточку вообще мы убрал? Ну, я видел, в машине какая-то куртка лежала. А ты что, кое-что от них взял? Это что-то вроде хорошее. Ну, ой. Прям в берег кинул. На щучка, мне кажется. Или окунь хороший. Хороший? Щука, ребят. Блин, кот-то зашла, походу. Он с икорягу зашла. А, вон. Тут коряга вон. Пусти, пусть походит. Да куда ее попусти, там спутает вообще. Подожди. Так. Видно ее, нет? Ау. О, коряжечка. Блин, короче, ребят, в коряге она тут зашла и все, и сводила. Пустину. Все, что осталось. Голый крючок остался. Хитрая щучка. А она поначалу-то вроде так не сильно сплелась. Все от... большая, нет? Да вроде, я не знаю, она поначалу на меня пошла сразу. Она пошла на меня и в коряге, то есть как бы... Ну, грамм 700 точно, да, наверное, была такая? Ну, не маленькая, раз она потянула. Ну, да. Я тут как-то не подумал, что она тут была в коряге-то. Да тут не коряга, тут вон она за палку как-то это. Ну, палка есть, коряга. Блин, ну, обидно, обидно. Че, продолжаем, сейчас новую приманку насадим. Ну, хитрая, как она тогда? Ну, так что, всегда рыба-то начинает искать там, в коряге пытается уйти. А главное, прямо вот под берег прям кинул, тут же нафиг поклевка была. Да, ребят, ну, в то же место кинул сейчас и ну, вот такой вот полосатый. Че, там намазано, что ли, кидаешься сюда? Местечко хорошее здесь. Ямка есть. Рыбка тоже в ямке есть. Окунёк? Побольше уже. О, ну даже неплохой грамм. Так, 150 чистых, 200. О. Вполне себе приятный. Серёг, дядь там что по счету там? Не сошла. Засела прям? Опять, ребят, короче, что, по-моему, щука была и... Сошла? Также в коряге его завела, вон, опять. Понять не могу. А, не, вон, сидит. Кто сидит? О, нет, да. Дергается, дергается, вот. Так, и что ты предлагаешь? Ты видишь ее, Гена? Я вижу, что леска дергает. Она сошла, сошла. Да? Да. Ай, да. Окунь. Окунь был? Ну, окунь был. Ну, такой. Нормальный окунь был. Ну, нормальный. Да. Хороший. Серега, конечно, тут не сваришь. Ну, так ты крути катушку-то. Кидает против течения. А ты что ловить-то начал опять? Да, опять. Что-то, да? Да не. Нет, это нормально. О, опен. А, или что, щука не мешает? Ты вообще не мешаешь? Ну, ребят, первая щучка. Такой шнурок небольшой, но ударил так тоже неплохо. Конечно. Вот такой грамм. Сколько там? 200-300. Ударил-то вроде неплохо. Я думал, что-то хорошее. Потом подумал, окунь.
А в итоге вот такой шнурочек. Жадно взял, да? Ну да, да. Ну просто тут столько сходов было, и я уже, блин, любая там поклевка уже кажется, там, ну, думаешь, сейчас там что-то хорошее. Как вообще эта приманка работает в воде, я не понимаю. Какая-то гусеница непонятная. Все, ребят, отпускаем. Я вот цеплю. Есть, ребята. Я не буду, сам снимаю. Есть, ребята. Хорошая что-то. Удивляется хорошо, конечно. Так там небольшая же. Ну да. Как? 2 килограмма. Во. Да даже я бы сказал. Килошник? Под 3 ухода. Килошник? Под 3 килограммчика. Дрюха захапал. Ну килошник-то точно нет. Нормально, нормально. Фу, друзья, ну хорошая, хорошая. В воде оказалась небольшая. А, вон, слушай, ух, какая. Хорошая, здоровая. А у тебя, Серега, ну давай весы. Посмотрим. Тут ты же все равно возьмешь. Нет, все. Сразу за весами. 3 килограмма, да, говоришь? Я думаю, что она весит 2,5-3 килограмма. Не меньше. Ну ты что, где конкретика-то? Давай. Давай, впихивай. Ты не знаешь. Значит, болтаться еще будет. Ты посередке, вот. Кило. Где кило? 960. Кило 960, вот. Проверяй. Ну вот. Ну, не 3. Ну, 2. Нет. Нормально, хорошая двуха. Съела? Приманку съела. Ну вот, ребят. Первая такая серьезная щучка в этом году, можно сказать. У меня тут не дрыгнул. Ну что, отпускаем? Кого? Щуку. Ну, как хочешь. Ладно, домой заберу. Хорошая щука, такую можно взять. А что? Ну, можно взять такую. А что такое? Можно, можно. Такую можно. Можно, взять. Да? Такую возьму. А если клюнет, она сразу же сдернет у меня с этой... Как она называется? Ну, колено утянет мое, нахуй. Немножко, ребят, верну вас в курс дела. Короче, у Сереги клюнула какая-то, говорит, рыба большая, короче, и он спиннинг сломал. Вот. Ну, что-то он там ставил, он еле-еле держится, говорит, нифига не кидает. И не знаем, короче, как у него там... Я знаю, кто виноват в этом. И он думает, что это я виноват. Ну, как-то так. Она даже не бросает, нифига, не летит. Большой кусок. О. О, такой. О, все, Димкина резинка. По-моему, последняя у меня уже такая осталась. В таком цвете, точнее. Чуть-чуть. Она хрустнула, смотри, напополам. В другом месте или в том же? В третьем. Царстве. Так это что ты стреляешь? Ты бесну туда цепляй, потом... Как? Ну, откуда? Ну, как ты до этого? Ты, мы сейчас все останемся жить здесь? Ты, блядь, леску купил, которую даже не порвать? Потоньше? Потоньше? На 25. Что, она не рвется ни хрена? Это косодака? Леска косодака. Ну, было там так же? Так надо было, не знаю, что ты спиннингом дергаешься. А что-то ведь нормально было, нет? Это
потом забагрил уже. Заглушил, где не было. Так она все отключила. Представилась, так сказать. А он острый. Я тут, короче, серию про маньяков смотрел вчера. Ага. Короче, как получилось? Челу осталось до сидки. Ты не снимаешься? Есть, ребята. Большой окушок. Синка, дверь. Ну давай, рассказывай, что там, Серега. День подошел к концу, ну и походу рыбалка у нас в целом, потому что Сереге ловить не на че, завтра получается. Вот, мы, в общем, решили двигать тогда домой. Заныл, застонал. Вот. Что? Что ты говоришь? Вот, а рыбка вроде берет хорошо, поклевывает. Вон, ну, смотри. Ну, люди просто не понимают, при каких обстоятельствах он сломался. Из-за Андрея? Нет, не из-за Андрея, потому что кто-то зацепил и дергал, как сумасшедший, спиннингом. Вот, не первый раз, причем уже такая ситуация. В общем, друзья, в принципе, рыбка поклевывает, рыбка берет, блин, жалко мест, но мы, в общем, я не знаю, у нас бензина, правда, еще тут очень мало осталось, и не знаю, сколько нам хватит его до дома, ну, будем надеяться. В общем, всем спасибо, что смотрели, и всем пока, до новых встреч.